Всем привет, друзья! С вами снова Мила и канал Bollywood Time. Сегодня я расскажу вам о Сангите Биджлане, которая 10 лет была в отношениях с Салманом Кханом, но отменила свадьбу в последний момент. Популярный индийский актер Салман Кхан и супермодель Сангита Биджлани планировали связать себя узами брака 27 мая 1994 года, но внезапно мероприятие было отменено. Их роман длился почти 10 лет, и свои отношения звезды не скрывали. Сангита была первой женщиной, с которой Салман хотел связать свою жизнь. Однако, ко всеобщему удивлению поклонников, пара разошлась. Сангита родилась 9 июля 1960 года в образованной и интеллигентной семье. Во время учебы в школе и колледже девушка выиграла несколько конкурсов красоты, в том числе и титул «Мисс Индия» 80-го года, после чего приняла участие в конкурсе «Мисс Вселенная» и получила приз за лучший национальный костюм. Карьера девушки началась в 16 лет, а немного позже ее заметил режиссер Раджив Рай и пригласил в кинематограф. Он снял с ней мультизвездный проект «Трое разгневанных мужчин», хотя до его релиза успел выйти еще один фильм с ее участием. Сангита всегда была успешной моделью, но, к сожалению, неудачной актрисой. Она появилась в таких фильмах, как «Оружие», «Приключения принца Хатима», «Король преступного мира» и других, но ее карьера так и не взлетела. В одном из своих интервью Биджлани призналась: «Честно говоря, я никогда не была амбициозной, просто соглашалась на все, что мне предлагали. Мне повезло, что меня подписывали в фильмы». Помимо актерской игры, она также продюсировала сериалы. А вот с личной жизнью у Сангиты не заладилось. 10 лет жизни она отдала отношениям с Салманом Кханом. В биографии Кхана «Быть Салманом», написанной Джасимом Кханом, говорится, что пара уже определилась с датой свадьбы. 27 мая 1994 года, но внезапно все приготовления были отменены. В книге утверждается, что Сангита явно была недовольна Салманом и поэтому решила не выходить за него замуж. Суперзвезда изменял ей и завел роман с Соми Али. Соми была очарована Салманом и хотела стать его невестой. Обескураженная Сангита решила отказаться от брака, узнав об их тайной связи. Она была расстроена неверностью Салмана и даже призналась в интервью позже, что с ним вообще не стоит связывать свою жизнь. Расставшись с суперзвездой, Сангита встретила крикетиста Мухаммеда Ажаруддина и влюбилась в него. Они поженились в 1966 году, однако счастье было недолгим. В 2010 они развелись из-за неверности супруга. Он завел роман со спортсменкой Джвалой Гутой. Ирония в том, что в свое время Сангита сама развела Ажаруддина с женой. Он был женат на девушке по имени Наурин и имел двух сыновей. После развода Сангита стала чаще встречаться со своим бывшим возлюбленным Салманом Кханом. Сейчас бывшей модели 60 лет, а Салману 55. Оба до сих пор не женаты. Друзья, на сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, жмите на колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Впереди еще очень много интересного. С вами была Мила. До новых встреч!